Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Волжский сад. Сегодня мы с вами поговорим о живой изгороди. Недавно меня спросили, какое растение лучше посадить, чтобы отгородиться от соседей. Заборы капитальные не хотят люди строить, но прикрыть себя от взгляда соседей хочется. Для себя мы выбрали отличный вариант живой изгороди, и это пузыреплодник. Мы не закрываемся от соседей, потому что у нас их нет, но мы его используем как заграждение от ветра. Это вот как раз сейчас я показываю, мы вот посадили кустики пузыреплодника. Он разных абсолютно расцветок бывает, и зеленый, и желтый. И вот красный почти, темно-коричневый. И, соответственно, разного размера тоже бывает. От 1,5 метра до 3 метра высотой. То есть можно изгородь строить, в принципе, как на уровне глаз закрыться, так можно и выше ее поднять, смотря какой сорт вы выберете для себя. Сортов пузыреплодника много, это растение абсолютно неприхотливое, оно и засухоустойчиво, и не болеет. Единственное, что необходимо знать, если вы сажаете живую изгородь из пузыреплодника, то все-таки, наверное, желательно ее стричь, если вы хотите максимально закрыться, потому что без стрижки это будет большой такой вот раскидистый куст. В чем еще я вижу преимущество пузыреплодника? Это в том, что он не дает поросли. То есть, как вы посадили вот одно растение, оно там вот наросло, и никуда оно больше не ползет, не разрастается, хлопот нам не доставляет. Живая изгородь вот у нас, она здесь как бы у нас закрывает беседку, так можно сказать, от посторонних взглядов с улицы. Ее мы сажали на расстоянии 35-40 сантиметров. Считаю, что в принципе это то самое расстояние, которое необходимо для того, чтобы плотно он разросся, пузыреплодник. Что можно еще сказать, что листочки у него очень красивые. Также надо отметить то, что пузыреплодник весной цветет вот такими вот белыми цветочками. Конечно, на контрастной такой вот листве, как здесь, это сорт пузыреплодника Диабло. Цветочки выделяются, смотрятся хорошо, привлекают насекомых и имеют небольшой запах этот пузыреплодник. Вот видите, какая вот густая, плотная посадочка. Здесь, если вы посадите вдоль забора, соседи вас практически не увидят. Этот пузыреплодник у нас растет уже 4 года. За 4 года вот так у нас разросся. Вы были на канале Волжский сад. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос.